Привет, мы с вами Лешенька, сегодня будем здесь снимать видео. Что такое стресс? Пока. Дяденька, а у тебя тут ручка и кошелек. Ой, спасибо, внучка. Только дай мне в лапы. Ну, наконец-то. Дяденька, как кошелек? Спасибо. Только... Ой, прости. Внученька, прости, я забыла. Да, это мой кошелек. Я тебе его дарю. Ой. Волшебная дарюшка, я тебе ее не подарю. Дарюшка тут. Нет, дарю кошелек. На деньги есть. Нет. Ну, держи. Ой! И заодно это. Ой, какая прелесть. Подожди, внученька. Сейчас я тебе кое-что сделала. Закрой глаза. Ой, какая же прелесть. Достань мне денег. Кошелек. Ладно, я тебе подарю. Ты про кошелек сломала. Варюш, это же самая. Как может быть кошелек сломаться? Ты тогда ночью просидишь. Папа же говорил волшебное. Ой, то есть дяденька говорил волшебное. Сейчас ожидаем. Сейчас попробуем. Хочу, чтоб сестра... Почему она не пишет? Задняя часть колеса. Хочу, чтоб Кариша сделала за меня все уроки. Ой, да ты здесь до ночи посидишь. Я помню. Вау, какой телефон. Мелкая ты еще. Положи на место. А если... Кариша подарила мне телефон. Кариша подарила мне телефон. Точка. Слушай, ты ведь... Моя сестра. Да, ну. Почему Кариша делает для Маши уроки? Ты телефон дарит, который у меня целый месяц просила. Он стоит денег. Там суть, 2 часа ночи, не спите. Ну все. Что, правда? Правда. Дальше. Именно то, что я просила. Даже не думай, это я. Сама. Ну что, сама. Ну вот, так-то лучше. То долго бы еще очень ждала.
Интересно. О, подождите, у меня чернила закончились. Значит, они могут помыть посуду просто так. Надоело уж. О, разыграй-ка я сестренку, налью в чайник очень-очень горячий кипяток и опашку ее. Прямо на голову. Берем и наливаем. И тогда она так разбьется. Ой, фу, что-то не надо. Отсюда так воняет. Понюхать. Хоть я его уже и мыла, но все равно не помогает. Пошляет. Ой, глазик. Смотрите. Мы катались. Чего ты не ходишь? Я хинка в десна. И на вопросы послали. А вопросы да. Ладно. А что ты такой плохой, Владик? Ну ладно, держитесь. Давай, держитесь. Ага, засыка. Ага, а давай. Не хватит на это спринт. Я моргнула. А что вы плохие глазики падаете от меня? Один потерялся. Ничего. Ну куда ты за... А, вот он у меня в попе лежит. Моих трусиков. Ну, вот и все. Вы поняли, как мы с моей сестрой помыли посуду, и мы ее помыли совершенно сами без волшебной ручки. Поэтому всем пока.